Да, это штатное место, то есть у нас идет платформа ЗУ. На платформе ЗУ, получается, вот с нашей стороны, где мы сейчас находимся, и впереди оборудованы и установлены две спаренные зенитные установки калибра 23 мм. Это основное орудие бронепоезда. Также есть, получается, гранатомет, есть АГС-17, и, то есть, и различные стрелковые вооружения. В бою применялась установка хорошая, рабочая. У нее обзор 360 градусов. То есть я могу ее перемещать по кругу. В любую сторону, вверх на 90 градусов и также на 360 по горизонту. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!